вслед: «Мам, а мам, разве можно мне уйти от судьбы? Я ведь только долг России отдам. Как вернусь, ты лучше, мам, накорми. Накорми меня горячим борщом, а 100 грамм нальешь, не откажусь. Черт с ним, с этим, за окошком дождем. Я так русским угольком, мам, горжусь». Там мой дом второй, там наш с тобой хлеб. Тяжело, ну что поделаешь, мам. Вспомни, батя мой отдал 40 лет. Я из них всего лишь с ним пополам. Ничего, что по колено в воде. Глубоко залег, родной, ну и пусть. Зато все мы будем сыты в тепле. Я же русским угольком, мам, горжусь. Чему быть, тому быть. Перестань молитву вслед мне шептать. Ты на утро тормозок сообрази. А работать мне, мам, не привыкать. Смою в баньке пыль и снова домой. Если честно, мам, в душе помолюсь. Но России долг отдам все же свой, так как русским угольком я горжусь. И снова домой. Если честно, мам, в душе помолюсь. Но России долг отдам все же свой, так как русским угольком я горжусь.